фаворитных фигур в составе наших соперников. Это на позиции доигровщика Йордан Бисетт. Кубинский легионер, поэтому две позиции иностранцев у наших соперников заняты. Это еще раз центральный блокирующий Петр Красманович и вот Йордан Бисетт, который подключился к команде не в начале сезона, а где-то в середине. Показывает хорошую игру, держит приемы и результативно играет в атаке. Ну что ж, предполагаемый состав наших соперников — это Урсов Бисетт. На позиции доигровщиков Красманович, Довгань центральный, Артем Хабибулин связующий и Богдан Клевенко на позиции диагонали. Андреев, Евгений Андреев, либеро. Ну давайте, давайте проверим, угадал я или нет. Что на позиции наших волейболистов Нового Уренгоя, факела Нового Уренгоя? Это Клюка Богдан. Дениса Богдана хочу особо отметить. Очень хорошо вошел в предыдущем матче. И определенным образом, конечно, и от его усилий зависел тот перелом, который факел сумел преодолеть сопротивление Белогорья на этой площадке, который очень нездорово начинался для волейболистов факела. Поэтому Богдан, думаю, в составе однозначно. Клюка Богдан, Ананьев и Яковлев центральные, Игорь Голодинский на позиции связующего, капитан команды Эрик Шоджи и, конечно, диагональный — это белорусский легионер Артур Удрис. Ну что ж, давайте подождем, идет представление шестерок команд. Да, вот я вижу Голивенко, Довгань, Бисетт, Урсов, все правильно, так оно и есть, и ждем выхода шестерки на площадку команды «Факел», хозяев площадки, нашей команды. Небольшая поправка. На позиции диагонального выходит Александр Чифранов под номером 8. Голодинский, Удрис, Яковлев, Богдан хлопаются с Мишкой. Традиционный Мишка, который подбадривает настроение болельщиков. И, конечно, сам болеет за волейбольный клуб «Факел». И Волков, да, Волков на позиции либера, это необычно, но ничего такого в этом нет. Хочу объяснить тому, кто, скажем, не очень осведомлен в волейболе, что центральные игроки центральной зоны сетки не участвуют в приеме, а вот игроки, доигровщики на позиции доигровщики, это игроки, которые всегда держат прием, принимают подачу, хорошо защищаются, и поэтому иногда перевод именно игрока этого амплуа на позицию либера ничего криминального не несет. Так как Дмитрий Волков имеет небольшое повреждение для игры в атаке, сегодня его тренера не используют, а на позиции именно защитника и принимающего игрока он вполне годится. Посмотрим, будет ли тот момент, когда Камила Плачева Дмитрия выпустит на эту позицию. А ясно, что основной либеро Эрик Шоджи, который отлично в этом году вписался в коллектив «Факела», показывает классный волейбол. Я считаю, одним из лучших является на этой позиции, на позиции защитника в российской суперлиге. Ну что ж, все готово для того, чтобы этот интересный матч начался. Подавать будет «Факел». Егор Клюка, один из основных игроков «Факела», на этой позиции и подает в прыжке. Посмотрим, сразу будет рисковать. Бисетт справляется. Хабибулин ему же. Бисетт пытался от блока сыграть. Там Клюка здорово. И вот Удрис по высокой траектории. Урсов хорош в шестой зоне. Снова Бисетт. Что он теперь найдет и не находит? А здесь были Удрис и Ананьев. Перекрыли направление центральной зоны площадки, куда решил полезть Бисетт, и это ему сделать не удалось. Рабочее очко первое получает «Факел». Здорово сыграли, здорово. Снова Клюка. Еще хорошая подача от Бисетта. Он не справляется. Фрибол будет. И первый темп. Но здесь хорош на месте Андреев, либера. И снова второй фрибол. Посмотрим, с кем сыграет в край. В край Богдану. Богдан отыгрывается от блока. Отличная страховка. Андреев снова хорош на своей позиции. И Бисетт снова по пальчикам. И это было красиво. Отлично, долгий игровой эпизод, который в свою пользу возвращает «Газпром Югра» 1-1. И первые два розыгрыша мяча показывают, что волейболисты обеих команд настроены по-боевому. Никто сегодня уступать не будет. И я думаю, будет требоваться очень много физической, эмоциональной энергии, психологического состояния игроков, чтобы привести свой матч в пользу своей команды.
Николай Бескромный. Центральный блокирующий. Посмотрим, какая у него подача. Обычно центральный использует планер. Да, это так оно и есть. Шоджи, Шоджи отлично на приеме. Вторая атака поверх блокирующего Артура Удриса. Тоже первый год играет, напоминаю, в «Факеле» этот волейболист, белорусский легионер. 2.12, очень большой рост, неплохо прыгает. К быстрой игре может быть не заточен, но по высоте может снимать выше любого блока. И поэтому уже сыгрался с Колодинским. Сейчас было именно той высоты передачи, которая позволила выше рук Бисета забить между шестой и первой зонами. Шестой, простите, и пятой. И тут же Бисет его грузит. Хабибулин начинает загружать этого кубинского легионера. Ну, наверное, такая установка тренера. И всегда кубинцы очень азартны в игре на сетке. И их, наверное, нельзя лишать передачи, больше с ними играть, и тогда они могут сотворить чудо. Александр Чифранов рискует на подаче. И спокойно Клюка и Шоджи спокойно провожают мяч глазами, потому что он уходит в аут. 3-2. Удрис. Удрис, мячик задевает сетку, упрощается. Догонь справляется. Тут же Бисет. Клюка здорово. Шоджи пытается сотворить чудо. Творит это чудо. Богдан, фрибол будет у Югры. Пайп. И в Удриса пайп. Ну, очень агрессивный. И стоял правильно Артур. И все пытался сделать от него зависящее, чтобы оставить этот мячик в игре. Но сделать это, к сожалению, не удалось. Но эпизод очень зрелищный. Классно сыграл «Факел» в защите, показывая тем самым своим болельщикам, зрителям, что они готовы биться за любой мяч. Писат на подаче. Тоже рискует. Хочу еще раз отметить этого темнокожего игрока. Кубинец. На 1994 года рождения. Физически очень одарен, как все кубинцы. Хорошо прыгает. И имеет рост 2 метра. Богдан. Богдан в бис. Это установка, видимо, плача подавать в этого игрока. Отлично. Шоджи. Клюка, наверное, справится. Справляется. Отыгрывается от блока. И Колодинский почему-то не бьет. Яковлев чуть неудачно. И здесь Урсов. С Урсовым справляемся. Но Андреев классно на страховке. Снова Урсов против тройного блока. Мяч ударяется в трос. Судья не делает свисток. Урсов третий раз от блока в аут отыгрывается. Ну, не знаю, будет ли просмотр этого длинного игрового эпизода. Все остановились, замерли. Но судья, наверное, четко видел, что все-таки мяч от сетки задевает руки блокирующих «Факела». Не дал свисток. Напомню, что арбитр, первый арбитр Максим Бердников, все видел достаточно четко. 4-4, рабочий мяч. И Артем Довгань будет подавать Клюку. Тот справляется. И теперь первый темп в шестую зону. Закрывал первую зону центральный Довгань. Пытался ловить направление, которое перед этим определил Иван Яковлев. Но он разгадал замысел блокирующим. Но так бывает, что очень трудно определить. Давайте еще раз посмотрим. Да, ну быстрый съем Ивана. Быстрый, быстрый. Это был Бескромный. Красманович, простите, нет, Бескромный. Да, Бескромный блокировал. Красманович пока не входит в игру. Довгань и Бескромный играет. Урсов по линии. Отличный перевод против Колодинского. 1-2-1. Конечно, нападающий, когда выходит против одиночного блока, имеет преимущество. Часто бывает, что одиночный блок тоже ловит направление. Но сейчас мяч был отведен. Угол атаки был отличный. И очень трудно было организовать защиту. Клюка по высоте от блока Чифранова. Вал Хабибулин пытался смахнуть рукой, достать этот мяч, но это сделать не удалось. Но это тоже все радует. Волейболисты пытаются цепляться за каждый мяч и получить психологическое преимущество в начале первой партии. А в таком матче именно это внутреннее состояние игроков будет иметь огромное значение для конечного результата. Игорь Колодинский в бисета. Да, конкретно направление в этого игрока. Пайп нет в третью зону. Неудачная передача. Но здесь спорный мяч, который пасовал Довгань. Вернее, это был Бескромный, который подсел и в роли как бы связующего пытался отдать передачу почти с колен. Я думаю, что все-таки можно было свистнуть ошибку на передачу. Но исправил его ошибку Александр Чифранов, который не справился в атаке. Пытался найти блок в аут, но блок не нашел. Аут нашел Игорь Колодинский.
меняют направление. Теперь в Урсова. Урсов сам против одиночного блока Клюки. И вроде бы в направлении туда, где стоял Игорь Колодинский, сокрушается Игорь, что готов был сыграть этот мяч. Но, конечно, смотрите, атака очень быстрая. Все было готово. Может быть, чуть ниже стойки Игорю не хватило в этой игровой ситуации. Урсов подает. Первый темп. Здорово, Урсов в защите. Андреев, твои чудеса. По высокой траектории фрибол. Первый темп. Нет, в край Удрису. Удрис в Андреева. Снова все борются. Все побежали, все игроки Югры побежали спасать этот мяч. Ну что ж, просто классно начался первый сет этого матча. Давайте еще раз посмотрим, сколько спасений у Факела, у Югры. Смотрите, Урсов пытался безнадежный мяч достать. Чуть-чуть не попал рукой по точку падения мяча. Так мог бы достать, и Бисет был готов уже помочь своему товарищу. А тут ошибка, первая ошибка на подаче у Егора Клюки, который, конечно, является основным подающим у Факела. Это очень жаль, но 7-8 плюс 1. И Николай Бескровный будет вводить планер в игру. Круг прошли команды, пошли на второй. Клюка легко справляется. Первая передача Богдану. И Денис легко именно в котел. Это центр площадки. Еще волейболисты это называют точкой котел. И место, которое достаточно часто приносит выигрыш мяча. Тут еще мяч немножко задели на блоке. Он упал ближе, чем обычно. Хотя игроки готовы были его играть в этом котле. Ананев. В Андреева. И ошибка на передаче. Но игрок задней линии, давайте объясню, это игровой эпизод. Артем Хабибулин пытался пасовать как игрок задней линии. Но Богдан решил атаковать, видя, что все-таки мяч переходящий. Но судья, первый судья матча свистнул ошибку на передаче. Если бы ошибки не было, то касание сетки у Богдана была ошибка у Факела. И решение в пользу Факела, так как первая ошибка была зафиксирована судьей, именно ошибка на передаче связующим. Ошибка на подаче. Ну, серия ошибок пошла. Немножко концентрацию держать всегда очень нелегко, тем более в таком напряженном матче. А то, что он будет такой до конца, это мы с вами уже понимаем. Александр Чифранов диагонали подает силовую подачу. Посмотрим, выполнит Клюка. Клюка классно на приеме, так что можно давать любую зону. Довгань будет пасовать на Бисета. Бисет не забивает. Клюка попытается с первого приема в Андреева. Тут хорош в защите, просто класс. Чифранов, и с Чифрановым разбирается Богдан и Яковлев. Прямолинейная атака. Немножко нужно было Александру, наверное, подкрутить мяч лево, направление между первой и второй. Но он понадеялся на прямолинейную атаку в центр площадки. А тут чужие не ходят. Стык был закрыт четко, надежно и здорово. Накат. Тактическая подача в исполнении Удриса. Бисет наконец-то дождался своего. Это разрыв блока. И против Колодинского, конечно, не оставил ему никаких шансов. В направлении Шоджи на убийственный удар до пола. И никого в этой... В том, что игроки Факела не сыграли этот мяч в защите, винить в этой ситуации нельзя. И Бисет выходит на подачу. Видим, какой физически одаренный игрок. Посмотрим. Со страшной силой. Чуть не порвал сетку. Да, но сетка мячик дальше не пустила. 12-9 плюс 3. Хороший плюс 3 в середине первой партии в пользу Факела. Играет почище Факел. Да, чуть больше ошибок у Югры. Но желание, конечно, надо отдать должное у наших соперников. Его, конечно, не занимает. Богдан. Ну и Богдан, к сожалению, повторяет ошибку Бисета и сохраняет только плюс 2 для своей команды. И сейчас, конечно, в этой, вот именно на этом участке первой партии уже понятно, что кто сделает чуть-чуть меньше ошибок. Или может уйти вперед, или счет выровняться, и тогда все будет решаться в концовке. И Артем Довган, 15-й номер. 89-го года рождения, уже 30 лет, 2-0-4, центральный, очень неплохо вписался, первый год играет в Югре, а сейчас класс демонстрирует техники,
Егор Клюка. Смотрите, какая изящная скрутка против тройного блока. Но надо отметить то, что все-таки тройной блок был немножко слетающим. Но это видел Егор. И классно 4 по 4, как он умеет делать. Кладет мяч на незащищенную часть площадки. Иван Яковлев. Ошибаться нельзя. Вурсова. Мяч задевает верхний край сетки. Иногда это облегчает задачу принимающего. А в этом игровом эпизоде это усложнило. Резко клюнул мяч вниз после сетки. Давайте еще раз посмотрим. Да, пошел вниз. Урсов его ждал на одной высоте. Он тут же оказался в сечении доли секунды на другой высоте. И не удалось принимающим выбросить мяч вверх. А это означает то, что Рафаэль Хабибулин, главный тренер команды наших соперников, берет свой первый тайм-аут. Первый этап. Не надо этого делать. Сейчас, вчерашний вариант, казанская миниатюра, либо тот двух остановка, вышку я, это на канале. Играй, веди свою игру, нормально у тебя все получается. Женщина, надо помоговать, здесь. Давай, парни, давай! Давай! Ну и тут же после окончания тайм-аута замена по позиции. Я вижу Максим Тройнин, доигровщик. Урсова, наверное, меняет. Кирилл Урсова. Выходит Максим Тройнин. 14-10, Яковлев на подаче Бисета. Бисет хорош. Да, и атака Урсова. Нет, Урсов остался. Замена была Тройнина, наверное, в прием. Да, давайте еще раз. Немножко не вижу картинку я. И Урсов пытался по пальцам сыграть в зоне 4 на своей позиции доигровщика. Рук не нашел, а это 15-10. И снова Иван Яковлев, как оказалось, со своей грозной подачей для соперника. Теперь пускает мяч еще быстрее, но он минует площадку, не находит ее, далеко уходит в аут. Вместо Бисета Максим Тройнин на позицию доигровщика. Хочу отметить игру либера команды Андреева, Евгения Андреева, 95-го года. И сейчас нелепый игровой эпизод продемонстрировал нам с вами Егор Клюка. Что-то у него не случилось. Он повторил тот же эпизод, что и у Кирилла Урсова. Вместо того, чтобы принять мяч, мяч застрял между рук, и практически он его поймал. Немножко у нас что-то с табло, счет неправильный. Скорее всего, сейчас 16-11. Но сейчас поправят, правильный счет поставят на табло. Ошибается Артем Хабибулин, связующий игрок «Газпрома». Игорь Колодинский, 16-12, все восстановлено, плюс 4 у «Факела». Ошибка на приеме, и тут как тут это ожидает Артур Удрис. Дрогнул на приеме наш соперник, дрогнули, да, не стали подавать, не подают в либеро. Сначала искали Бисета, теперь Максим Тройнин вышел, тоже не справился на приеме планера. Ну, всегда, знаете, есть такое, что подачу в прыжке гораздо легче принимают мужские команды, чем планер. И если он планер достаточно быстро летящий, агрессивный, сверху его принять легче, а снизу всегда сложно. Это надо выбрать момент, встретить мяч, именно руками его вовремя направить. Если чуть-чуть раньше, чуть позже, и мяч может отскочить неправильно, не туда, и станет легкой добычей для соперника, что и случилось в предыдущем игровом эпизоде. А пока я вам это рассказывал, в центре сыграли здорово наши соперники и отыграли. Это был Николай Бескровный. А сейчас очередная ошибка на подаче у Югры. И 13-18. И отрыв потихоньку растет. Сейчас надо чуть успокоиться, на подаче не делать ошибок. Пусть соперник ошибается. Это Егор Клюка абсолютно точно понимает. Отличная подача в Бисета. А вышел Максим Тройнин на позицию диагонального. Почему-то Богдана Гливенко, который второй на позиции диагонального, не использует. И поэтому вместо Чифранова вышел Тройнин.
Клюка хорош на подаче, снова подача и снова фрибол. Фрибол распределяет Удрис и классно, классно закручивает мяч выше блока, направление первая зона, но выше рук, но так как мяч крутится, а когда он крутится, он возвращается обратно, и поэтому при определенном быстром вращении мяча мячик попадает в площадку, это четко показывает судья. На линии 20-13, комфортный плюс 7. Снова в бис это подачу, теперь он хороший, и Тронин на краю. Тронин на краю от блока ваут, Ананев себя журит, что мог перенести руки, но немножко не успевал, хотя перемещался очень здорово между рук, просочился нападающий. Ничего страшного нет, это не критичное очко. 14-20, не получается на подачу у Сургута, ничего, Николай Бескровных, Бескровный. Планер снова хорошо принимает, Богдан в диагонали, и оказывается Биссет и Довгань в краю, и улетает Биссет, Довгань за ним, оставляет практически весь центр, и немножко игра Сургута разваливается, мы с вами видим, разваливается потихоньку по элементам, началось с того, что они не стали подавать, и потом потел прием. И сейчас, в конце концов, игра на блоке оставляет желать лучшего. Андрей Ананев в Андреева наконец-то нашли либера, но он классно принимает. И тут Биссет хорош, наверное, рано прыгнул Удрис на блок. Сеточный мяч, конечно, есть правило сеточный мяч прыгнуть чуть позже. И этим воспользовался именно кубинский доигровщик. И от рук Артура Удриса отыгрывается 15-21 Максим Тронин. Клюка выбивает мяч, и будет обман, пытался от рук, плохая передача, безусловно, плохая, посмотрел еще на блок Денис Богдан, оценил ситуацию, пытался бросить мяч в руки, чтобы он отскочил, но на отскоке в пятой зоне никого не оказалось, и очко, которое сокращает разрыв в счете, получается. Снова Тронин. Теперь Клюка хорош. Передача в длинную сторону в 2. По линии в Андреева. Хабибулин сейчас будет искать игрока задней линии. Находит. И снова Тронин. Очень удачно вошел в игру вместо Чифранова. И вот 2 атаки, 2 очка. И приближается Сургут. Приближается. И чтобы это до конца приближения не было, Камила плачет, берет свой тайм-аут в первой партии. Давайте послушаем, что скажут наставники своим подопечным. 21-17 плюс 4 вместо плюс 8. Это 2 раза сокращается счет. Andiamo dentro, se andiamo alto facciamo questo, se andiamo dentro siamo fermi qua. Sono due volte che tocchiamo male. È sulla nostra direzione, non è che è fuori, è sulla nostra. Dai. По одному тайм-ауту использовали соперники в первом сете, не было ни одного просмотра. Я думаю, что это все еще впереди, и, конечно, есть еще по одному тайм-ауту. Цепляется, Сургут цепляется за каждый мяч. Я думаю, что концовка простой не будет первой партии. Тронин. Отличная подача по линии. Богдан справляется. Чуть низкая передача Удрису, наверное. Но Артур здорово смахивает мяч по рукам. И в первой зоне не смогли остановить этот мячик защитники. Это очень важное очко. Надо было сняться с подачи Тронина, который подавал очень непросто для Факела. И, конечно, атаковал. 22-17. Артур Удрис после хорошей атаки должен сейчас выдать неплохую подачу. Я думаю, он это делает. Подавал очень хорошо, но мяч чуть-чуть, может быть, пролетел дальше лицевой линии. Но все это, конечно, контролировали принимающие игроки. Ошибка, конечно, нежелательная, безусловно. Эта ошибка позволяет понять, что Йордан Биссет может своей команде помочь на этом элементе игры, как подача. Рискует, опять рискует, и ничего у него не получается. Третий раз выходит в первой партии на позицию подающего Биссет, и снова не попадает в квадрат Факела. А это означает, что уже 3 круга сделали команды по ходу первого сета. Пошел четвертый. И Денис Богдан в тот раз тоже не подал. Наверное, он помнит это. Сейчас нужно подавать. Чуть упрощает подачу, но она оказывается более сложной. И сейчас Довгань пытается сбросить, сам себя страхует. Клюка. Удрис пытается обмануть, и это ему удается делать. Забросался Андреев за этим мячом.
стоял, наверное, немножко далеко. Было уже видно, что Артур рано прыгнул, вынул с руку. Давайте еще раз посмотрим. Блокирующие рано сбросили руки и позволили мячу упасть близко за свои спины. И Евгений Андреев не сумел спасти этот мяч. 24 очко в первом сете и приближает нас к его окончанию. Факел эту партию сыграл очень неплохо. И сейчас надо просто довести его до логического завершения. Хабибулин в третьей зоне. Это здорово было. Взаимодействие между связующим игроком первого темпа, каковым является Артем Довгань, за спиной. Быстрая передача в темп. Это было классно. 19 очко, 19-24. И Сургут показывает, что он все равно борется до конца. Довгань. Богдан, хорош. Первый темп. Подстраховывают еще раз край. Немножко отведенный мяч на клюку. Будет атака Тройнина. Тройнин от блока. Тут Шоджи хорош. Ну и первый темп. Нет, Пайп. Пайпом справляются. Бисет будет пасовать на край. У Урсову. Урсов переброс в пятую. И вроде бы уже видел полет мяча Дмитрий. Денис Богдан. Переместился туда. Осталось только протянуть руки и поднять его вверх, чтобы сыграть в атаке. Но это сделать не удалось. И за счет такого переброса мы видим то, что в Суперлиге можно сыграть таким образом и выиграть важное очко. Ну что ж, приближаются. Плюс 4. Богдан выбивает. Снова Удрис. И Удрис делает свое дело хорошо. Немножко рано прыгает. Он пользуется высотой съема и выигрывает такой необходимый в первой партии. Заканчивает и эту партию со счетом 25-20 плюс 5. Неплохой результат. Но мы видим, что соперники не сдаются. Играют до конца. И ждем продолжения этого классного матча, который нам приносит, я уверен, с вами огромное удовольствие. Что ж, все готово для того, чтобы началась вторая партия этого матча. Посмотрим, какие перестановки тренеры могли бы сделать в составах своих команд. Вижу, что Максим Тройнин на позиции диагонального остался. Номинально это доигровщик. Таким образом, у Сургута три доигровщика стоят на площадке. Но, может быть, добавляется прием у Тройнина. И остался Бисет и Урсов. Бескровный, Довгань и Хабибулин. У Факела шестерка та же. Кладинский, Удрис. Клюка, Богдан. И Яковлев, Ананьев и Шоджи. Тут же в третьей зоне загружает Кладинский Ананьева. И Клюка после страховки, неудачной атаки Ананьева в третьей зоне. Почему она была неудачной? Конечно, она была грамотной. Отыгрался от рук. Была доигровка в зоне 2.
И Егор опять очень красиво, элегантно смахивает мяч со второй зоны в направлении зоны 5, близко к сетке, использует свой хороший прыжок и высокий рост. Тут же вбиса до подачи, он выбивает, сам же будет в атаке, близкий к сетке мяч. И высокий прыжок позволяет этому кубинскому нападающему наверху снять мяч и от рук Удриса отбросить его в аут. 1-1. Противостояние у нас продолжается. Немножко провалился Сургут в начале первой партии, вернее, в середине, я бы сказал, первой партии. Это дало большое преимущество Факелу, и дальше было плюс 7, превратилось в плюс 5. Богдан не справляется на приеме, но помогает. Шоджи, будет фрибол, и все готовы к тому, чтобы защищаться. Доводки нет, атака в край. Тройнин пытается уложить мяч 4 по 4. Да, не было доводки, переброшенный мяч, мяч остался выбитом ближе к 3-метровой линии. Давайте еще раз посмотрим. Не сумел в этой ситуации Хабибулин задействовать игрока третьей зоны, и поэтому был организованный блок на краю. А против организованного блока пытался уйти нападающий Максим Тронин, не укладывается. 4 по 4 приносит очко Факелу. Урсов хорош на приеме. Сам же нет. Это Тронин, сброс, вынужденный сброс, некачественная передача. И тут отличная атака Богдана. И Денис хорош. Хорош, просто классно, быстро, как кинжальным уколом, вбивает мяч в площадку между 4 и 5 зоной. Напомню, что в предыдущем туре, который начинался для Факела очень неудачно, на своей площадке Белогорье в первой партии доминировало практически. У Дмитрия Волкова травма уже давала себе знать, и ничего не получилось. Вышел Денис Богдан и выдал отличный матч. И сегодня он с первых минут на площадке показывает красивый, хороший волейбол. Получил не так много передач, но они все были сыграны ими безошибочно. Можно только отметить только атака в конце первого сета, которая неудачно завершилась, не подстраховали, но нападающего вины в этом не было. Сам же Богдан на приеме, и тут же направление не меняет. Как говорится, коней на переправе не меняют. Куда забил, туда и забивай. И он это делает еще раз. Пытались перекрыть ему направление, линию, но по между либера и доигровщиком Бисетом справляется Денис. Ну, давайте немножко статистики первой партии. Посмотрим командные действия команд. Что было лучше у соперников? Так, на подаче 2 эйса у Факела, у наших соперников, у Югры 1 эйс, очко лишнее получили. Прием был лучше у Факела, 43% против 35%. И самый главный показатель — атака, 27 атак, 12 выиграно, 44% у Факела. И 26 атак, 13 выиграно, 50%. Здесь где-то почище сыграно на приеме. Наверное, здесь сыграла роль. Ну, не всегда статистика является показателем, определяющим результат. Это, безусловно, подтверждает эти показатели, что Факел все-таки плюс 5 получил. Но где эти очки набраны, сама статистика в общей массе не показывает. Поэтому в мелочах, о которых я вам сегодня в начале игры говорил, это и было набрано. Пока я вам рассказывал, Факел уходит в отрыв на 3 очка, что значимо для матча такого уровня. Напомню, что Сургут приехал играть принципиальный матч. Северные соседы всегда у Факела с Сургутом свои принципиальные счеты. Независимо от того, какие позиции занимают команды в чемпионате. И что я вижу? Это Богдан Глевенко вышел на позицию диагонального, на свою позицию. Видимо, Тронин немного не вписывается все-таки в эту составляющую своей команды, и поэтому Богдан Глевенко выходит впервые во второй партии на позицию диагонального. Ошибка была на подаче. Артур Удрис по высоте, здорово Довгань. Урсов пытается отыграться легко, одной рукой играет Удрис. Клюка отыгрывается, но будет доигровка, фрибол. Быстрая передача в край и удар в сетку Глевенко, который показывает то, что, наверное, заниженная передача. Сразу
не вписывается игрок, хотя Хабибулин пытался его подключить сразу в игру, и давайте еще раз посмотрим. Не так высоко прыгал Егор Клюк, пытался направление все-таки линию перекрыть, но нападающий ошибается, и плюс 3 остается у Факела, и на подаче Иван Яковлев, который доставил много неприятностей этим элементам первой партии нашим соперникам. Давайте посмотрим, как будет на этот раз. Отличная подача Вурсова, и снизу Хабибулин рискует, это было классно, красиво, не все связующие могут этот элемент использовать, передачу снизу первого темпа, но здесь как бы не критично было, даже если бы ошиблись, начало второго сета, и даже если бы эта ошибка была совершена, ни на что не повлияла, но сыграли они здорово, классно, мастеровито, я бы сказал так. А тут плохой прием, и что, да, и из ничего Факел находит для себя очко, которое было уже практически проиграно. Немножко разберу этот игровой эпизод. Николай Бескровный пытался атаковать мяч, который перелетал вынужденно через сетку. Это дело было совсем не нужно. Атаковать такой низкий мяч не надо было. Нужно было просто принять на связующего и иметь атаку. Но неправильное решение нападающего. И Иван Яковлев легко перекрывает направление. Никто не подстраховал у Сургута. Тут же Бисет неудачно на приеме, вынужден перебрасывать, и будет быстрая атака в край. Хабибулин здорово стоит на своем месте. Урсов против тройного блока, и третья ошибка подряд в атаке у Сургута. Третья ошибка, именно удар в сетку. 9-5, не в пользу Сургута, не вписываются пока выходящие игроки. И у Факела, смотрю, замена, появился Андрей Калинковский. На сетку вместо Андрея Ананьева. Дмитрий Калинковский вместо Андрея Ананьева, извините. Снова выбитый прием, и снова Бисет перебрасывает. Клюка по высоте, и сейчас классно. Между четвертой и пятой против тройного блока, вложившись максимально в прыжок и сняв мяч на немыслимой высоте. Давайте еще раз посмотрим. Блока не было. Блок, да, был на втором этаже, а Клюка снимал мяч на четвертом. Мы все это с вами прекрасно видели, это было красиво. И, конечно, Егор, наверное, один из немногих нападающих российской суперлиги, который имеет возможность... Блядь, ну что там же надо делать? Ты в кои-то веке вышел на площадку. Ты куда ходишь, что там делать? Перерыв. На сетке лепим, понимаешь? Куда ты попал? Ты понимаешь, что ты лепишь? И что? Иди ты нахуй домой, свою высшую лигу Пэп. Ты заебал меня, дружок. А ты что? Ты легко берите, блядь. Давай заработай. Давай, блядь! Ну что ж, жесткие разговоры имеют место в волейболе. Явно не выполняет задание тренера, установки тренера волейболисты Сургута. И поэтому Рафаэль Хабибулин в достаточно жесткой форме выговаривает отдельным своим волейболистам, чтобы они пришли в себя и наконец-то начали делать то, что команда запланирована. Игорь Колодинский, 10-5. Бисет теперь упрощается, подача, первый темп. Ну здорово, все, стоял на месте, будет атаковать Клюка с отличной передачи. И судья на линии показывает, что мяч попал в площадку. Будет ли просмотр? Нет. Богдан немножко выбил мяч за себя. Но каков Холодинский? Успел выбежать на этот мяч и выбить его в зону 4 на удар. Отведенный мяч. И впервые в первой партии ни одного просмотра не было. И сейчас вместе с оператором Владимир Олейник посмотрит, попал мяч в площадку или нет. Но хорошо закручено, я думаю, в площадку мяч все-таки попал. Это очень динамичный игровой эпизод и показывает лишний раз, насколько Егор Клюка технически оснащенный волейболист. Отведенный мяч, именно он должен биться быстро. Он сделал все по правилам волейбола, классно по высоте. И я без сомнений могу сказать, что мяч линию зацепил. Ну, каждая команда имеет право на просмотр. Инспектор подключается к этому просмотру. Иван Гришкин, и сейчас они в своей такой небольшой коалиции судей
примут решение, хотя это последний эпизод, тут далеко крутить не надо, да. Ну, давайте, как оценить? Аут, показывает аут, все-таки аут, ну, мне кажется, какие-то миллиметры, да, миллиметры, миллиметры, которые не позволили, может быть, чуть-чуть картинку, если бы чуть продолжить, то мячик бы, наверное, задел линию. Но в контр соперником Камило Плачи решил посмотреть касание сетки. Видимо так, потому что очень важный игровой эпизод. Можно уйти в отрыв на 5 очков или даже на 6, или будет только плюс 4. И, наверное, пауза удлиняет Камило Плачи. Имеют право посмотреть. Угадал Рафаэль Хабибулин для своей команды. Таким образом, во втором сете сохраняются просмотры у Сургута. И посмотрим, было ли касание сетки при постановке тройного блока, атаки Клюки в четвертой зоне или нет. Матч имеет, безусловно, принципиальное значение. Как вам сказал, Газпром борется за попадание в плей-офф. Сегодня Газпром Югра занимает 8-ю позицию, имеет 30 очков в своем активе, 9 побед. Помешать ему может удержаться на этой позиции, пожалуй, только Урал и Енисей. Но Урал сегодня сыграл уже матч в Новосибирске, проиграл 0-3, поэтому остались количество очков таковое. Енисей играет с Белгородом. В Белгороде шансов не так много. Белогорье по статусу сильнее. Но и между динамовцами, которые московскими динамовцами, которые занимают 7-ю позицию, имеют 34 очка. Газпром надеется, может быть, получить и 7-ю позицию. 3 тура до окончания. Но надежды не теряет. И что ж, не было касания блока, посмотрел касание блока, все-таки Камило Плачи, и после этого Бисет сделал свою работу на краю сетки хорошо, от блока в аут, и сокращает вместо 10-5, становится 10-7, это уже 3 очка, и вступает в борьбу во втором сете. Урсов подавал, ошибся. Таким образом, Факел идет на 4-й позиции, 49 очков, завершая рассказ о турнирном положении сегодняшних соперников. Боремся за 4-ю позицию, может быть, в какой-то степени 3-ю. Сегодня интереснейший матч в Санкт-Петербурге, где питерский «Зенит» будет принимать лидера нашего чемпионата, казанский «Зенит». И от этого матча тоже может зависеть распределение очков. У Санкт-Петербурга на сегодня 53, у «Факела» 49. Выиграв сегодня и получив 3 очка, у «Факела» станет 52. И не факт, что санкт-петербургский «Зенит» сегодня не выиграет у «Казани». 50 на 50 ставлю. «Казань», безусловно, сильнее, но я напомню вам, что в прошлом, именно в прошлом году, именно в Санкт-Петербурге была остановлена беспроигрышная серия, которая на сегодня принадлежит «Казани». 64 матча без поражений. И сегодня, конечно, при огромной поддержке своих зрителей, Санкт-Петербург будет бороться за победу, безусловно, и вполне возможно, что ему это сделать сегодня удастся. Этот матч начнется по московскому времени в 18 часов, поэтому все будем следить уже после, видимо, окончания нашего матча. 11:07, маленькая пауза, рекламная наклейка помешала проведению матча, судьи ее убирают. С помощью помощников и тут же Богдан Гливенко приходит в себя, получает передачу, зарабатывает в своей команде 8 очко, немножко нестроенный блок, успевает Богдан занять правильную позицию, но центрально не пристраивается, и 8:11, Николай Бескровный. Снова планер. Богдан хорош, сам же будет в атаке, обман. Хабибулин в отчаянном броске пытался использовать свой рост. Напомню, что у Артема 2 метра плюс длина руки, но немножко поздно стартовал, а классно. Давайте еще раз посмотрим. Из пляжного волейбола такими
кулачком, как бы кулачком сброс такой, такой больше используется в пляжном волейболе, чем в классическом, но тем не менее и в классике это тоже приносит результат. Бисет Шан сам же в атаке отчаянно по пальцам Удриса после хорошего приема сам же принял, сам же забил по пальцам, судья четко увидел, так как этот эпизод развивался рядом с ним. И плюс 3 продолжается, никак ближе соперники Сургута не могут приблизиться к факелу, факел держится, Богдан Гливенко подает, шот же хорош на приеме, ожидал первый темп, прошел Яковлев, Колодинский отдал в край, но тут это был Довгань, который уже понял, куда может бить Богдан в косом направлении, ожидали уже Богдана и накрывают его без шансов для страхующих. И Богдан Гливенко снова на подаче, очень агрессивно подал. Теперь Клюка справляется отлично. И первый темп в разрозненный блок между игроком третьей и четвертой зоны вколачивает Иван Яковлев. Делает это очень красиво. Давайте посмотрим. Высота отличная. Довгань пытался, но, наверное, не перенес руки туда, куда нужно. И Артур Удрис будет агрессивно подавать. 13-10. И, наконец-то, находит Евгения Андреева, который делает свою, пожалуй, первую ошибку в этой партии, в матче на приеме. 14-10. И мы видим повтор, буквально повтор первой партии. Точно такой же был счет и в первом сете. Направление в первую зону, уходящий вправо от принимающего. Сложная подача, нельзя винить. А сейчас классно, все равно классно справляется. Гливенко не будет атаковать, потому что передача была очень близкая. Удрис, передача близко к сетке. Артур пытался атаковать по высоте, но когда приблизился в полете к мячу, потерял высоту. И нужно было что-то придумать другое, но не сумел сообразить. Нужно было, конечно, наверное, скинуть в зону 2. О, что было, то было. И Йордан Бисет. Не получалось у него в первом сете на подаче. Давайте посмотрим, на это он своей команде ничем помочь не может. А напомню, что подача играет огромную роль в мужском волейболе, в суперлиге. Кто хорошо подает, имеет, конечно, преимущество. Но тут же повторяет опять ту же самую ошибку Денис Богдан, что нежелательно, но пытался направить мяч по линии в пятую зону. И чуть-чуть мячик уходит за боковую линию. Артем Довгань будет подавать. Опытный игрок 89-го года, 2.05 ростом. Богдан справляется, и я все думал, когда же Игорь Колодинский продемонстрирует свою скидку двумя руками сверху вниз. А напомню, что он это делает в каждом матче, и вот оно свершилось, это чудо. Он показал, насколько он продуманный, здорово это делает. И именно неожиданно в тот момент, когда соперник не ожидает, все об этом знают. Но когда сделает этот Игорь, не знает никто. И тут же вторая ошибка Яковлева, что, конечно, не очень здорово. И это приближает наших соперников к борьбе во второй партии. Желательно бы, конечно, держать отрыв, не пускать их ближе 3-4 очков. Давайте посмотрим, как будет развиваться событие дальше. Артем Хабибулин упрощает подачу Богдана. Клюка по высоте и практически пронзает грудь Бисета. Извиняется Егор Клюка, но это волейбол, это не специально. Это просто такая высота съема. Давайте еще раз посмотрим. Да, железная грудь Бисета принимает на себя этот удар. И от груди мячика уходит в пол. 17-13 плюс 4. Отлично. И сейчас две ошибки было на подаче. И Игорю Колодинскому нужно не ошибаться. Он это делает здорово на бис. Это снова снизу передача. Наигранная комбинация. Хабибулин. Хабибулин бескровный. Приносит очередное классическое исполнение. Передача снизу в третью зону, что редко используется в мужском волейболе. Но тем не менее это происходит. И снова приносит очко. Очко нашим соперникам. Тут же шот же классно на приеме. И снова атака поверх блока. Теперь в Урсова, который тоже ничего не смог сделать с быстро летящим мячом, который направил как снаряд. Теперь уже Артур Удрис. Высота впечатляет, безусловно впечатляет, так же как и Егора Клюки. Егор тактическую подачу на место выходящего игрока в первой зоне. Но это уже третья ошибка из четырех подряд на подачу у факела. Это немножко неправильно.
и может все повернуть в другую сторону. Начинает «Факел» потихоньку помогать своим соперникам за счет своих ошибок. Они набирают очки, но сейчас надо сниматься. Не получается это у Богдана. Бескровный будет пасовать вынужденно Бисету, но Бисет на разрывном блоке хорош, а на организованном тройном блоке не очень. Бьется как в стенку, но с такой силой, что этот мячик подстраховать никому невозможно. И радуются волейболисты «Факела» за удачно выполненный элемент под названием «блок» в исполнении шести пар, трех пар рук, шести рук, конечно. Дмитрий Калинковский вышел вместо Ананьева. У него непростой планер, справляется. Передача, сброс. Отлично Хабибулин использует свой высокий рост, показал, что будет делать скидку. Выдергивает на себя игрока третьей зоны «Факела». Это был Калинковский. Передача в край на одиночном блоке. Хорош Бисет от блока в аут. И здорово разыгранный мяч. Глименко. Неплохо на приеме. Удрис. И показывает судья на линии, что все-таки защитник сцепляет мяч. Кирилл Урсов признается. Да, руки все-таки бы он протянул. Ну, еще можно отметить то, что все-таки... Удрис задел блок, и поэтому вынужден был защитник играть в защите. Очередная ошибка на подаче «Факела». Вроде бы не критично, плюс 3, но все может быть. «Факел» спасает то, что есть съем. То есть есть прием, есть съем. А сейчас наконец-то прорезается Бисет на подаче. С такой злостью он подбросил этот мяч и вложился, что было с мощью, скорости в его руке. И теперь он попадает, попадает. Очень трудно было определить, куда летит этот мяч. Денис Богдан принимал, и плюс 4 превращается только в плюс 2. Снова будет рисковать. Сетка помогает, останавливает мяч. И Игорь Колодинский в своем репертуаре, раз прошло, то пройдет и два. Но это опытный игрок, и он знает, что делать. Давайте еще раз посмотрим. И уже в конце сначала принял решение Довгань прыгнуть, потом поменял решение. И когда был сброс, он ничем уже помочь не мог. И Денису Богдану нужно обязательно подавать. При счете 21-18 подает в Андреева. Выбитый прием с Глевенко. Трое. Трое исправляются. Богдан Глевенко пошел в центр. А тут Иван Яковлев, который перенес классно руки. Перекрыл все направление центрального направления полета мяча. И 22-18. Классных два розыгрыша мяча. Отличное взаимодействие внутри команды «Факела». И сейчас нужно подавать. Я думаю, что ошибиться сейчас Денис не должен. Отжимает подачу. Все правильно. Этого хватило, чтобы Бисет приготовился к более мощной подаче. А Егор Клюка элегантно, спокойно мяч направил в пятую зону. Незащищенное место площадки. Давайте посмотрим, как это красиво он сделал. Но все сделал Денис Богдан. И второй тайм-аут во втором сете. При счете 18-23 не в пользу своей команды берет Рафаэль Хабибов. Тайм-аут завершается. 23-18. И концовка хороша в исполнении волейболистов «Факела». И снова нашли принимающего, в кавычках, того игрока, который слабый на приеме. Денис Богдан после перерыва подает в Андреева и добивается результата. Евгений Андреев снова с разворотом пытался сложной подачу принять. А это 24-е очко. И практически в этом элементе «Факел» добывает победу во второй партии. 18-24 при таком счете в Суперлиге пока никто не выигрывал. И поэтому сейчас, я думаю...
Нужно просто подать. Рискует еще больше Денис Богдан. Не попадает в площадку. 19-24. Похожая ситуация первой партии. Тогда было 20-25. Сейчас нужно сразу сниматься и завершать эту партию, не давая шанса сопернику психологического состояния и выйти со спокойной душой играть в партии под номером 3. Справляется на приеме. Первый темп. Сброс. Хабибулин хорош. Урсов. Урсов, шот же на месте и касание сетки у блокирующих. А вроде бы уже все сделали в защите, чтобы доиграть этот мяч в атаке. И снова 20-е очко набирает за счет ошибки факела. Касание сетки Игорем Колодинским. 24-20. И небольшой просвет надежды появляется у Сургута. Снова Богдан, он снова справляется. И первый темп, сам же Довгань. Урсов, тройной сброс. Колодинский не поставил блок. Удрис подтянулся близко и получил резко в грудь мяч. А это означает, что проиграно невынужденных 4 очка. Аж 4 очка. Да, и при этой ситуации Камила Плачи на разборке приглашает свою команду и берет свой тайм-аут. Anticipiamo sta cazzo di palla, 12 primi tempi, una palla vinta, non è possibile. Невозможно просто 1-12 забить первый темп. Безопасно, потому что поставил у барата. Ситуация, которая происходит сейчас на площадке, лишний раз подчеркивает, что в волейболе никогда не нужно думать, что ты выиграл. Даже при счете 24-18 победа еще не твоя. И пока ты не набрал 25-е очко, игра не завершена. Соперник борется, соперник пытается все сделать, чтобы преодолеть сопротивление. Шот же хорош на приеме. Передача к Люке, снова в защите. Довгань хорош. И Урсов будет пытаться добыть еще одно очко для своей команды. Но с третьей попытки, даже с четвертой попытки, блок преграждает эти намерения нападающему. Отлично играется на блоке. Давайте еще раз. Посмотрим, как рад Иван Яковлев, что он грамотно снес руки. 25-21 в непростой концовке. Второй сет выигран. 2-0 в пользу факела маленького. Возвращаются команды на площадку, нас ожидает третий сет. Ну что ж, 2-0 факел ведет, и как говорят в таких ситуациях, команда факел в этом матче пятый сет у себя в карман положила. О чем это я? Да. Ну никто, кто не знает, хочу подчеркнуть, что факел является чемпионом России по играм пятисетовым матчам. Из 24 туров предыдущих 10 матчей было сыграно со счетом 3-2, 6 из которых было выиграно, 4 проиграно. Поэтому все может быть. Факел
любит играть долгие матчи, но, конечно, слово «любит» опускаю в кавычки. И поэтому, пока матч не закончился, трудно предположить, что будет. Но концовку второй партии, так же, как и первой, немножко была смазана. Можно было выиграть более легко, скажем так. Этого не получилось. Концовку дали надежду соперникам вести борьбу дальше. И в первой партии это было, но начало каждой партии было за «Факел». Ну что ж, «Факел» достоин. «Факел» играет очень неплохо. Команды и взаимодействия хороши. Игра на блоке принесла результат во второй партии однозначно. И, конечно, поддача. И сейчас отличное блокирование было снова в зоне 3. Сергей Макаров, опытный связующий игрок, заменил Артема Хабибулина. Сергей Макаров 80-го года рождения. Представляете, 39 лет. Все в строю. И капитан команды, напомню. А сейчас отличный длинный розыгрыш мяча, в котором «Факел» находит свои дивиденды и приносит второе очко своей команде. Денис Богдан, сыграв в зоне 4 от блока в аут. А перед этим был хорошее блокирование центрального. Это был Андрей Ананев, который вернулся вместо Дмитрия Коленковского. 2-0 на подаче Егора Клюки. Начало третьей партии отлично, но никто не знает, последняя эта партия или нет. Бис это заменил, да, Щедилов вышел и Макаров. Со Щедиловым сразу разбираются. Александр Щедилов, доигровщик, пытался против тройного блока вынужденной передачи. Очень подвижно на блоке играет «Факел». Сегодня успевает третий блок Леонид Щедилов. Извините, и тут же замена. Тут же замена. Рафаэль Хабибулин вместо Щедилова выпускает Владимира Иванова. 85-го года, 34 года, 2 метра рост. Воспитанник московского волейбола. Тут же атака в третьей зоне. Макаров бескровный приносит первое очко Сургуту в третьем сете. Что-то говорит Колодинский Ананьеву. Видимо, это было все ясно и понятно. Атака в первую зону. Бескровный атакует только туда. 4 передачи. Все передачи, атака в первую зону. Даже то, что было выполнено передачи снизу. И ошибка у Сургута на подаче. 4-1. И пока и Иванов себе не находит такого внутреннего позитивного состояния на площадке, приносит очередное очко «Факелу» своими руками. Андрей Ананьев. Ряд замен вынужденных у наших соперников. Тут же ошибка на приеме, будет фрибол. То есть переброс мяча, и тут же Иванов и... Это был у нас Довгань, да, Иванов и Довгань в центре слетают, и Удрис легко между 6 и 5 спокойно, не очень быстро кладет мяч туда, куда нужно. 5-1, отличный отрыв в третьем сете «Факела». 5-1. Ананьев. Иванов теперь выбитый прием, тройной блок, и от блока в аут опытный игрок играет. Рад, что у него это получилось. Подкруткой влево Владимир красиво исполнил этот элемент индивидуального мастерства. Хотя блок был организован хорошо, но скрутку ни одни кисти рук блокирующих удержать не могут. И Бисет будет подавать 2-5. Не помогает на подаче своей команде этот нападающий, явно не помогает. В первом сете ни одной подачи не подал на этой площадке Йордан. И сейчас опять в середину сетки. Просто, я бы сказал, подача отчаяния. Пытается усложнить, но ничего не получается. Поэтому легкое очко «Факела». 6-2, Артур Удрис. Вот как раз ошибаться нежелательно. Урсов справляется. Бисет теперь на позиции диагонального. Все меняет Рафаэль Хабибулин. Но этот тренер как раз отличается нестандартными ходами. Ежегодно в своей команде может доигровщика поставить в диагональ. Диагонального в доигровку. Затем также может использовать доигровщика в центре и так далее. Вот сейчас он пытается что-то в замешательство ввести «Факел», чтобы не разобрались, кто играет где. Давайте посмотрим, принесет этот результат или нет. А пока с подачи Иванова справляется Клюка. Тут же в защите Иванов классно, но атаки снова не будет. Яковлев принимает и быстро в край Богдану. И Богдан по высоте кистевым ударом не сильно между 6 и 1 зоной отлично кладет мячик в незащищенное место. Сейчас нужно не ошибаться именно в этом элементе. В атаке играть на блоке. Этого вполне хватит, чтобы завершить этот матч в пользу своей команды. 7-3.
хорошее преимущество, и надо держать на этом расстоянии соперника, не давать им шанс приблизиться и психологическое давление оказывать этими очками. Жаль, неправильно. Тут не нужно усложнять, явно переигрывает на блоке своих соперников волейболисты «Факела». Это преимущество большое, нужно подавать, и пусть нападает соперник, так как блок для них является непроходимой защитой. Артем Довгань, номер 15, центральный блокирующий со своим планером. Богдан хорош, передача в край Клюки. Клюка с отклонением назад, как иногда делают баскетболисты, чтобы перебросить мяч через руки также блокирующих и попасть его в колечко. Сейчас здорово прогнулся, отвел плечо и классно, как из прощи, как из лука выстрелил стрелой. 8-4. Была ошибка на подаче, Иван Яковлев упрощает подачу, все неплохо, бисет на краю и находит ту точку, куда можно попасть со второго по пятому, стоял защитник, но это был не защитник, это был центральный, Иван Яковлев отклонился на очень неудобной высоте, но классно попал бисет. Посмотрим, как получится у него на позиции диагонального игрока. Первое очко на этой позиции он своей команде принес. Сергей Макаров сам же защищается, сам подал, защитился. Бисет будет рисковать. Тут Шоджи неправильно выбрал направление. Пайпс, который не так часто сегодня используют обе команды. И, в общем-то, может быть, не очень оправданный был организованный блок. Но Денис Богдан смахивает мяч. Он там болтался среди рук блокирующих и свалился ближе, чем стоял защитник. Это давление, это психологическое давление. Это очень правильно. 9-5 плюс 4. Плюс 4. Хорошее, комфортное преимущество «Факела». Игорь Колодинский. Тактическая подача. Посмотрим, кого он выберет. Выбирает он Иванова. Иванов справляется. И тут же Макаров играет с Бескровным. Удар от себя по первой зоне. То, что делает этот нападающий на протяжении двух партий. Судья показывает, что это аут. Макаров спорит. Да, был аут. Явный аут. Но, тем не менее, главный тренер наших соперников Рафаэль Хабибулин взял свой первый просмотр. Может быть, дополнительный перерыв. Перерывчик. Мы знаем, что иногда тренеры берут, используют просмотры в качестве перерыва. Это необходимо нашим соперникам. 10-5 все партии проходят в одном ключе и с одним количеством очков и в первой, и во второй партии. Смотрите, явно видно, что мячик или ложится на линию, а так как линия входит в пределы площадки в волейболе, то это говорит о том, что он четко попал. Это все видели, но здесь была просто небольшая пауза. Терять нечего нашим соперникам, и тренеру копить эти перерывы незачем. А, это мяч попадал, да. Было, извините, да, мяч попал в площадку. Это наоборот угадали наши соперники. Тут же Урсов рискует. Рискует Клюка, отыгрывается от блока в аут. Более низкая передача, может быть, не свойственная для Егора Клюки. Обычно он играет по высоте, чуть более взвешенный мяч, но тут чуть быстрее. Уже руку успевал еле-еле вынести, но был слетающий блок, бескровно не успевал в край переместиться. И 10-6. Возвращает преимущество в 4 очка. И тут отличный прием, удар в Шоджи. Но, к сожалению, классно сыграл Эрик Шоджи в защите. Но, к сожалению, касание сетки на блоке не позволило продолжить этот игровой эпизод. И 7 очко, набранное нашими соперниками. Замена. Сегодня на позиции не либера, а выходящего игрока играет Илья Петрушов. И сейчас он выходит на заднюю линию. В прием. Именно в прием. Напомню, я вам уже сказал, что Дмитрий Волков, второй либера, не знаю, используют ли его сегодня тренеров на этой позиции, поэтому Илья Петрушов может помочь только на задней линии в качестве полевого игрока, но именно защитника, который может пройти только 2-3 расстановки. И тут же ошибка Удриса в атаке, удар в аут, о чем я вам сказал. Но тут же Николай Бескровный помогает «Факелу», подает сетку, а уже почти приблизился Сургут, приблизился к новому Рюдгою. На расстоянии всего буквально 2 очков. Но эта ошибка совершенно нежелательная для «Газпрома». Аналь.
А Нанев снова риск, снова. Но риск, наверное, не очень оправданный. Так ты имеешь преимущество в две партии, сейчас ведешь, и неоправданный риск, безусловно. Ну что ж, самый опасный подающий. Что можно ждать сегодня от Бисета? У него ничего не получается. Ну и в то же время этот игрок готов выполнить 2-3 подачи на убой. Давайте посмотрим, как сейчас. И снова в середину сетки улыбается нападающий. Подмигивает болельщикам. Но у оренбургцев настроение у него хорошее, но не всегда настроение соответствует действиям, которые делает игрок. Именно это сейчас и случилось. И Артур Удрис должен остановить ошибки на подаче Факела. Останавливает прием Макаров в край Бисету. И Бисет на разрозненном блоке. Хорош, шестую зону. Агрессивно, быстро снимает мячик без шансов для защитников. Исправляет свою ошибку на подаче. Приносит очко своей команде. И таким образом минус 2. Это всего минус 2. Это совсем немного. Владимир Иванов, отличная подача, но не менее классный прием. Быстрая передача Колодинцева в край. Давайте еще раз посмотрим. Не по месту поставленный блок Макаров-Довгань. И 4 по 4 Богдан классно кладет мячик в направлении, где стоял Кирилл Урсов. Но это очень сложно. Кажется, летит мяч в игрока, и некоторым болельщикам кажется, что да, ну что ты вот стоишь, осталось подставить руки. Но это только видимое явление. Богдан упрощает, правильно делает. Все равно выбитый прием. Клевенко. Нет, это Урсов против тройного блока. И хороший Егор Клюка на запредельной высоте с переносом рук. Показывает, что мы перекрыли весь кислород нападающему. Бить некуда. И можешь только сдать свои позиции. И снова 14-10. И повтор первой и второй партии по счету. Рафаэль Хабибулин берет свой ничего не тайм. Делает. Нет, абсолютно не ответ. Здесь Богдан, в какой-то веке 4-4, понимаешь, бьет так. Вы стоите вдвоем, понимаешь, интеллигент. Ты стоишь вообще полупозиции. Кирилл. Рафаэль Хабибулин нестандартными ходами славится в Суперлиге. И в то же время тренер-зажигалочка может вплеснуть своих подопечных эмоциональную составляющую. Где-то вытаскивает этим даже сложные матчи. И это класс тренера. А сейчас после тайм-аута тут же съем в третьей зоне. Все правильно делает Сергей Макаров на хорошей высоте. Иван Яковлевич чуть не по месту поставил блок. И снялись с подачи Факела 11-14. Артем Довгань после удачной атаки в третьей зоне будет подавать. Богдан легко в край. Здорово теперь затянулись. Еще раз Клюка. А теперь по первой зоне против Макарова. Лишний раз стоит удивиться, как это Макаров... Здорово, да, просмотр обязательно. Мяч попал в площадку. Почему показали, что он в аут, я не очень понимаю. Давайте еще раз посмотрим. А может быть касание сетки? Касание сетки у Егора. Ну, наверное, он сам уверен, что сетки не касался. И будет просмотр. И вполне возможно, что в этом игровом эпизоде будет у нас два просмотра. Можно смотреть у Егора касание сетки. Попадание в площадку однозначное. Попадание в площадку однозначно. Можно смотреть попадание, не попадание. И Рафаэль Хабибулин может, если проигран будет эпизод, посмотреть касание сетки у Егора. Давайте немножко подождем. Ну и пока у нас пауза, хочу отметить, какие события в клубном международном волейболе. А это было совсем недавно. Белогорье, это из Белгорода, клуб из Белгорода, вышел в финал Кубка Вызовы. Это отличная
новость. В полуфинале был обыгран французский Пуатье. Сначала 3-0 дома, и затем в тяжелом матче 3-2 на выезде. Но там Белогоре нужно было выиграть всего две партии. И таким образом, 20 и 27 марта в финале Кубка вызова. Напомню, что в 17 году Новоренгойский «Факел» владел этим третьим по значимости европейским кубком. Будет играть Белогорье с итальянской «Монцей». Сначала 20 марта на поле соперника в Италии, и затем 27-го в Белграде. И второе, это тоже значимое событие. Впервые Кузбасс из Кемерово принимал участие в Кубке ЕКВ. Это второй по значимости европейский кубок. И в полуфинале играл с турецким Галатасараем. Противостояние было в двух матчах. Сначала дома Кузбасс одолел Галатасарай со счетом 3-1. Затем на поле соперника уступил со счетом 1-3. И затем в золотом сете, к сожалению, Галатасарай оказался сильнее. Таким образом сложил свое участие в Кубке ЕКВ кемеровский Кузбасс. Но это был первый опыт этой команды, и поэтому все равно можно поставить плюс Кузбассу за классный волейбол, который они показали и на этом участке международных матчей. Ну, может быть, не хватило именно опыта игры, именно международных встреч. Ну, пока я вам рассказывал, тут же Егор Клюка снова попадает в блок, и мяч по высокой траектории отлетает и падает рядом с лицевой линией «Факела». Это означает, что ликвидировали. Возвращаются команды на площадку, противостояние продолжается, 13-14, и самое интересное в третьем сете только начинается. И все это случилось на подаче не очень грозной Артема Довганя. Тур справляется на приеме Клюка с третьей попытки, сбрасывает мяч за блок, где никого не было. Конечно, такой мяч подобрать очень сложно. Ну и третья новость, это, конечно, назначение главного тренера мужской сборной России по волейболу, а им станет финский специалист Томас Самилво. Именно тренер, который тренирует кемеровский Кузбасс. Вот таковы международные новости, а у нас все продолжается, и неудержим в этой партии оказывается Биссет, который от блока Калюки отыгрывается. Это уже четвертое очко в атаке этого грозного кубинского нападающего. Видимо, нашел то место, которое необходимо для своей команды Рафаэль Хабибулин. Этому игроку поставил на позиции диагонального, и сейчас все начало получаться. Ну и, конечно, Сергей Макаров немножко распределил передачи по-другому. Это тоже принесло результат. Ну и очередная ошибка Артура Удриса в атаке. Сначала со второй зоны в 2 в атака в аут. И сейчас по высоте пытался попасть в зону 5. Это тоже сделать не удалось. И 15-15. Будут смотреть или нет? Наверное, нет. Сергей Макаров будет подавать. Гандикап 4 очка ликвидирован. Богдан на приеме выбивает. Клюка немножко не забивает и снова не забивает. Снова будет контратака у наших соперников. А это Кирилл Урсов, который поймал кураж и вместе с Биссетом начинает бомбардировать площадку «Факела». Давайте еще раз посмотрим. Разрозненный блок, не успевает Ананев в край к Колодинскому. И в этот стык именно забивает мяч. А это впервые за долгое время в этом матче Сургут выходит в лидеры. 16-15. Сергей Макаров. Снова Богдана, снова Клюка. И теперь от рук. Но сейчас нужно отметить то, что с Егором разобрались. Стали прыгать попозже по времени. Егор перестал забивать до пола в предыдущем мяче. Он сделал сброс, и сейчас от блока в аут. Но это всегда для команды, которая защищается более
более как бы спокойный эпизод, когда ты можешь сыграть в защите, ты двигаешься, мяч до пола не падает. И это очень здорово. Снова будет доигровка после страховки. Бисов сбрасывает мяч от рук Удриса, используя свой высокий прыжок и неплохую технику. Очередной, наверное, уже подряд пятый очко в атаке набирает Бисов. Ну, привычное. Хоть он стоит на позиции диагонального, привычно этому нападающему играть в зоне 4. Он это легко сделал. Урсов. Шоджи, выбитый прием. С высокого мяча будет Удрис нападать. И, наконец-то, по высоте Евгений Андреев все сделал, чтобы достать этот мяч. Винить себя он, конечно, не может. Но, конечно, высота. Давайте еще раз отметим высота. Смягчение. Вроде защитник был должен находиться не в этой зоне. Пытался все сделать, помочь своей команде. 17-17. Клюка. Андреев неплохо на приеме. Первый темп это Николай Бескровный, который продолжает бомбардировать из третьей зоны в зону 1. В пятую зону он еще ни разу не ударил. Наверное, нужно тренерам чуть-чуть подсказать направление и, может быть, прыгать сразу, разводить руки или сместиться и закрыть эту зону. Но пока блокирующие не справляются. Николай Бескровный на подаче. Клюка, снизу передача на Удриса. И Удрис теперь выше блока Иванова по пятой зоне, уже не очень сильным ударом. Но направление было выбрано абсолютно правильно, где стоит центральный блокирующий, который не является мастеровитым защитником. 18-18. И третья партия переходит плавно в тяжелую концовку. Андрей Ананев. И сейчас будет все зависеть от того, кто сделает меньше ошибок именно на подаче. Но, к сожалению, Андрей Ананев не услышал мою подсказку и поддал мячик в сетку. Но, наверное, может быть, там даже был еще и заступ лицевой, не слишком близко игрок толкнулся. Артем Хабибулин выходит на сетку. Замена по позиции вместо Сергея Макарова и сложный подающий в роли Бисета. Шоджи хороший, сейчас надо сниматься, сброс Бисета в первую зону, но мячик сначала попал на площадку, и только потом от рук принимающего отскочил, пытались этот мяч доиграть. Волейболисты Сургута бросили все, да, но мячик был, конечно, в площадке. 19-19. Очень важная партия, и волейболисты из Сургута понимают это прекрасно. Волейболисты Факела тем более. Перед этим не подали. Сейчас нужно подавать. Иванов хорош на приеме. Сам же будет в атаке от блока ваут против Колодинского. Перед этим он тоже этот сделал элемент красиво. И сейчас Игорь тоже не справляется. Но это не беда. Блокирующего это классно исполненный нападающий удар. Ничего нельзя было сделать, потому что пальцы не могут удержать такой быстро летящий мяч. Одно очко впереди Газпром Югра. И Владимир Иванов будет подавать после удачной атаки в зоне 4. Рискует на подаче. Клюка, выбитый прием. Надо страховать Богдана. Страховать его не нужно, потому что он исполнил все классно по пальцам. И ничего нельзя было в защите сделать. 20-20. Ясно, что сейчас ни одной из команд явно не удастся уйти вперед даже на 2 очка. И все будет решаться в концовке. И это здорово. Это и есть красивый, напряженный психологический волейбол. Посмотрим, кто в нем устоит. Сетка помогает. И Колодинский пытался. Ну, здорово сыграл Хабибулин. Очень динамичный игровой эпизод. Начался он с того, что Богдан подал в сетку. Хабибулин справился. Выбил. Была атака. Давайте еще раз посмотрим. И сам же он потом с быстрого приема в край центральный не разобрался. Факел и против одиночного блока. Отличное рабочее очко зарабатывает волейболисты Сургута. 21-20. И Александр Чифранов на подачу. Посмотрим, что у него получится. Рискует на подачу. Шоджи хорош. В край сброс. Надо было нападать, конечно. Но Урсов будет нападать. Касание сетки. Свисток второго арбитра.
говорит о том, что на блоке касания сетки, а это вот как раз те плюс 2, о котором я вам говорил, что нежелательно их получить, но получает в свою пользу Сургут, выходит вперед в третьем сете и продолжает бороться за победу в этом матче. Хорошо вышел Александр Чифранов на подачу, усложнил. Нужно было нападать, конечно, зря был сброс. Теперь в Клюку. Клюку справляется. Надо атаковать по высоте против блока по пальчикам. И удается Егору сократить отставание до 1 очка. И сейчас нужно делать брейк, чтобы иметь преимущество в концовке третьего сета. И все будет зависеть от подачи Ивана Яковлева. Урсов сам выбивает тройной блок. И сейчас будет доигровка. Вот можно сравнять счет, кого выберет. Клюку. И здорово. Егор справляется. Показывает, что он действительно лидер команды. Игорь Колодинский все сделал точно, правильно и по высоте, и по скорости. И 22-22. Да, в шестую зону. Невозможно принять этот мяч. Хотя вроде бы Владимир Иванов в направлении удара стоял. Но он, конечно, увлек мячик ближе, чем были способности защитника среагировать на него. Иван Яковлев. Снова выбитый. Нет, не выбитый. Но и опять Андрей Ананев не разбирается с бескровным, потому что снова атака из третьей по первой зоне. Ничего с этим поделать пока на блоке не могут. Очень как машинка работает Николай Бескровный. Бьет по первой зоне, но очень быстро. И блокирующий беспомощный. 23-22. Макаров. Снова Клюка по высоте от блока ваут, от Бисета. 23-23. И вот сейчас начинается самое интересное, самое главное, самое важное. Давайте посмотрим. Рафаэль Хабибулин разводит руки, показывает, что команда должна успокоиться. Все в порядке, это рабочие моменты. Это действительно так. И сейчас просто нужно выиграть 2 очка подряд одной из команд, чтобы добиться победы в этой партии, а может быть и в матче. Колодинский. Иванов. И цепляет блок. Четко арбитр на линии показывает. Кирилл Урсов. Очень быстрый нападающий. Средней высоты передачи и быстрый съем приносит своей команде 24 очко. И сам же будет подавать. Сам же будет подавать. Но подавать он пока не будет, потому что Камила Плачи берет свой второй тайм-аут в третьем сете. Приглашает команды на площадку второй арбитр матча. Рафаэль Хабибулин в задумчивости присел и смотрит. Да, его команда ведет 1 очко. И все может сейчас быть. Кирилл Урсов. Риск на подаче. Клюка хорош. Сам же в атаке от блока. Урсов в каком-то неимоверном прыжке пытался достать этот мяч, проявив все свои бойцовские качества, поднимают его игроки. Ну, действительно, это было здорово. Давайте посмотрим. Акробатический прыжок. И он принял решение прыгать, а не бежать. Времени на перемещение явно не было. Это 24-24. И апогея достигает третья партия матча. Он сохранил свой тайм-аут. Рафаэль Хабибулин. И пользуется вполне 24-24. Рафаэль Хабибулин, Юлия Мельничук, старший тренер
Команда «Газпром» Югра подсказывает своим игрокам, от кого может быть ждать атаку. Ветеран команды Сергей Макаров. И посмотрим, как справится на приеме и кому отдаст передачу Сергей Макаров. Разберутся ли на блоке игроки «Факела». Классная подача Вованова. Ну, есть возможность набрать важное очко. Клюка справляется. Справляется Андреев. Еще будет одна атака. Страхуем все. И сброс. Сброс под кожу, как называется в волейболе. Здорово. Денис Богдан. Денис Богдан все сделал классно. Чуть-чуть руки не успели перенести блокирующий бисет. Между руками бисета. И это был бескровный, да. Иванов пристраивался. И важное, важнейшее очко. И хорошая расстановка у «Факела». Клюка снова подает, рискует снова в Иванова. Иванов справляется сам же в атаке. В клюку. Быстро, уверенно. И 25-25. Завелись игроки, завелись зрители, болельщики. Всем нравится волейбол, всех радует. Ну, конечно, всем хотелось бы победы «Факела» в трех партиях. Но сейчас такая ситуация, что может быть все. Бескровный. Клюка справляется. Первый темп. Нет, Удрис. Справляются. Сброс. Не будет атаки, но переброс может быть. Нет. Очень близко к сетке мяч направили. Хабибулин успокаивает игроков своей команды. Они боролись до конца, сделали все, что могли. И просто угол переброса не позволял направить третьим касанием мяч на сторону «Факела». Ну, даже если бы он был направлен, наверное, центрального перекрыл направление очень аккуратно. Иван Яковлев, не перенося руки на сторону соперника, мягко сбрасывал этот мяч. Кому-то кажется, что ты не забил его, а нельзя было бить. Он был на чужой стороне, тогда судья бы свистнул, как игру на чужой стороне. Иван все правильно сделал, очень аккуратно, без суеты, спокойно. И Дмитрий Коленковский на подачу, а бывало то, что он именно выходил и решал. 26-25, «Факел» имеет в своем активное очко больше. И Дмитрий может усложнить. Иванова. Бисет. Его поймать, здорово. Ну и Богдан, решай. По рукам. И он это делает, он решает. Денис Богдан, герой концовки третьей партии. Классно сыграл. Ну что ж, Сергей Макаров что-то пытается показать. После драки кулаками не машут, безусловно. А это очень важное очко, которое говорит о том, что «Факел» в тяжелейшем матче со счетом 3-0 одолел извечных своих соперников. Команду «Газпром Югра» из Сургута приобрел 3 очка и борется не только за попадание в четверку, но и за третье место. А мы с вами увидели отличный волейбол в исполнении отличных мастеров летающего мяча. Я думаю, нам всем вам это очень понравилось. «Факел» с победой. Классный волейбол. Мы с вами сегодня посмотрели очень содержательные и, конечно, напряженные, которые всегда нравятся. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой репортаж. С вами был Владимир Мельник.